Так, друзья, короткое видео. Сегодня отдаю вторую жизнь вот такой вот интересной картине. Что это за картина? Приобрел я ее в свое время полностью убитую на блошином рынке. И она была полностью разбитая, убитая. И мне пришлось все восстанавливать. Но вот как результат я еще ничего не склеил, а решил вам показать. Что тут получается? Эта картина, это у нас герб клуба футбольного Валенсии. Вот она в таком виде. И сама рамочка. Мне немножко пришлось потрудиться, все привести в порядок. Что тут с рамкой? Ну, рамка тоже немножко восстановил, но не факт. Приклеил я новую ткань, выбрал я цвет мешковина, вот видите, мешковину я приклеил. Сейчас сам герб клуба приклею на эту доску. И у нас получится совершенно новая картина, чему я очень-очень рад. Вот, дошли руки до нее. То есть, пожалуйста, если есть у нас среди моих зрителей любители футбола или любители именно клуба Валенсии, пожалуйста, вот такая замечательная картина может украсить ваш дом. Сейчас я все склею и покажу, как это выйдет. Так, друзья, склеил я герб с этой основой. Простоял у меня герб под прессом ровно сутки. Сейчас я убираю вот эти блины. И сейчас посмотрим, что у нас вышло. Как мы это все приклеили. Ну, в принципе, должно быть неплохо. Значит, что у нас получилось? А, в принципе, видите, как под прессом все взялось хорошо, с этой стороны тоже хорошо, прекрасненько все. Сейчас начинаю тогда крепить это все дело к рамке, и сейчас посмотрим уже конечный результат. Закрепил я основу на рамку, видите, прошелся гвоздиками. Но если все так оставить, это будет, в принципе, некрасиво, и это не в моих правилах. Что я обычно делаю? Так как рамка очень такая мощная, я как бы убиваю два зайца. В первую очередь я беру мешковину и наклеиваю вот сюда, назад. Для чего я это делаю? Я делаю это для того, чтобы, когда будущий хозяин будет вешать рамку на стену, стена не будет царапаться. Ну и с эстетической стороны я сейчас приклею, и вот это безобразие гвоздиков не будет видно. Вот я уже нарезал полоски. Сейчас мы их проклеим. Сейчас пройду утюжком. Ну и дальше сейчас покажу. Вот и получился результат. Все я сзади обклеил. Вот посмотрите, как аккуратно все получилось. То есть человек, который приобретет эту картину, он сразу, будем говорить, будет очень доволен, потому что все сделано очень аккуратненько. И вот так вот смотрится все. Так что, дорогие друзья, кто хочет такую красивую картину или себе домой, или подарить какому-нибудь другу, который любит футбол, пожалуйста, это будет очень-очень хороший подарок. Thank you.